Здорово, подписут. 20 мая, суббота. Картофель в мундире почищенный, овоща, помидоры, огурцы. И вот такой вот, типа, лещик, подлещик, либо густера, не знаю, что именно. Ну, что-то, короче, съедобное. Давайте посланцуем, да? Посланцуем. В картофанчик, конечно же, надо моего любимого горчичного масла. Что за жизнь без горчичного масла Сарепта? Не путать с горлинкой. Угу. Оставляем. Приступаем. Башка. Время 11:30. Я только сажусь кушать, либо жрать. Встал не рано, потому что были возлияния лимонада. Перочка. Опа. Я, например, универсальный человек, могу рыбку есть и с лимонадом, дюшес, могу и с картохой. То есть, рыбку с детства употребляю. Брюшка. Жирненькая. Вот так вот. Жирненькая. Видно? Солонцуем. Так. Где брюшка самая жирная. Солонцуем не спеша. Руки обтираем. Так, вот у нас, да? Достаем. Икры нету. Икры нету. Есть пузырь, который вытаскиваем оттуда. Он нам не нужен. Жир, жир. Видно, все в жиру. Вот такая рыбка жирненькая. Ребрышки. Ребрышки жирненькие. Едим не спеша, будем минут 20 есть. Так. Так.
Кстати, у меня лука нету. Но есть чесночок. Давайте спинку. Так. Это мы потом посланцуем. Сначала побольше мяса где. Люблю в охотку поесть вяленую рыбу. Жирненькую. Такую в супермаркетах не продают под вакуумом. Только надо брать на рынке. Ну, либо какой-нибудь наливайки бывает. Разливайки, вроде. Зацеп плохой, потому что руки жирные. Ну все, мы одну сторонку скушали. Приступаем ко второй. Вторую спинку, вторую штучку. Так. Обкладываем. Мяско. На днях пожарю картошку с салом. Хотел сегодня, но впадло с утра чистить картошку был. Лень. Чесночок. Хлеба и лука нету. Пока. Вот этих тиктокеров вырубил. 10 минут.
с вами еще в наличии. Замечательный рыбный завтрак-обед пол 12 дня. До свидосика.